Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, зашел сегодня пораньше, до откатов, потому что откат произойдет через час 14 минут. Мы должны с тобой допройти это бегство, которое я не успел. Так, где у меня? Ага, плезиозавр. Давай, иди сюда. Все нормуль? Все нормуль. Ну что, поехали. Надеюсь, у нас получится пройти без проблем. Так, ну что, сразу в сметку, да? Этого ханурика. Получи. Так, выходит следующий. Гауфиозавр. Ничего себе название какое. Так, что он будет делать? Наверное, будет копить. Так, точно, он копит очки действий. Ну что, я, наверное, бомбану еще разочек по нему. Окей. Размазня. Так, дальше кто там появляется у нас? Псифодерма. 37 к атаке. Ну и что он будет делать, я не знаю. Наверное, ничего. Да, он как всегда копит. Ну что, я думаю, наверное, сделать надо 2 и защиту. Вот так вот он решил. Понял. Я тебя прекрасно понял. Так, ну что, мне пока не страшно. Эти 37 атаки. Ух, ты серьезно? Так, он все слил, по-моему? Нет, он, ребята, скорее всего, не все слил. Сделаем вот так вот. Окей. Размазали. Так, Ризот выходит. Блин, 6 хп. Твою налево, я думал, что все, мы его подбили. Угу. Он начинает копить на Ризота. Раз-два. Раз-два, раз. Проверим. Окей, ладно. Смотрим. Так, 6 очков действий. Ну и что ты будешь делать? Пш, серьезно? Одно очко действий у него осталось. Поэтому берем с тобой 2 атаки. А может быть даже одну. Нет, возьму 2 на всякий случай. Раз-два, раз. Так, и выходит у нас Ризот. Давай, быстрее, Ризот, выходи. Соточка у него к атаке. Слушай, нам надо уже тогда менять с тобой на Ромалиозавра, я так понимаю, да? Он же, по-моему, у нас... Нет, вот этот вот. Допустим. Раз-два, раз-два. Вот так вот я сделаю. Хорошо, что я не стал его атаковать. 6 к атаке. Ну, 6 очков действия, я имею в виду. 4 тратит. 2 в уме, да? 2 в уме. Значит так. Если у него 2 в уме, значит получается 1, 2, 3, 4. 1, 2. Вот так вот. Вырубаем. И, если не ошибаюсь, это Докозавр. Да, именно он. Дальше нам надо будет против вот этих бороться. Так, ну что, 96 к атаке. Так, 2 атаки он сделал. Раз-два. И раз-два. Вот так вот я сделаю. Так, вырубаем Докозавра. И появляется у нас Мауиозавр. Ох ты, ох ты, ох ты, что делает. Так. У нас Ромалиозавр, да? Очень хорошо будет бомбить, по идее. Тогда, наверное, мы сделаем следующим. Хотя, кто там знает, что у него еще. Он все 4 атаки слил, получается, так ведь? Получается так, поэтому сделаем одну атаку и... Так, и вот так. Ну, сейчас выйдет Мегалодоша. С 97 к атаке у него идет. 100% будет копить. Атакует? Я думал, что он будет копить. Ну, тогда уж извини. Раз-два. Раз-два. Раз. Вырубаем. Так, следующий выходит. И это у нас плезиозавр. Они ничего не смогут сделать против моего ромалиозавра, покинь. Так, у него 5 очков действий, да, получается? 5 очков действий. Раз, два, три. Раз, два.
Ох ты. Неожиданно. 4 защиты взял, прикинь. Ну и что дальше? Вот так вот. Все-таки пробил, да, чуть-чуть? Раз-два. Раз-два, раз-раз. Вот так вот сделаю. Да ё-моё, ну... Какого ж фикуса-то, а? Давай сливай свои все 4 атаки, уже заколебал ты. Копит. Понимаешь, он их копит. Раз, два, три. Раз, давай так вот сделаем. Е, вырубили мы его. Так, ну что, последний остается у нас. И это Геликоприон. Я думаю, никаких проблем не будет с его уничтожением у нас. Все, я сливаю по полной программе. И мы должны его победить. Да. Все, друзья мои, бегство пройдено. Ух. А я сказал, что мы пройдем это событие. Ах. Так. Ну что, давай посмотрим, что мы с тобой получим здесь. Деньги, еда, 1000 ДНК и скафагнат. Опять нам выпадает с тобой скафагнат. Плюс 650 очков доверий. Это круто. Друзья мои, по поводу черепашек Нинси, вы, наверное, заметили, да, что у меня там не получилось, к сожалению, запись микрофона. Я не знаю, что это за хриплые звуки вместо нормальной, адекватной речи. В общем, мне пришлось накладывать музыку. Убирать вот этот вот бубнёж непонятно, накладывать музыку. А в этой серии было очень много что сказано. Во-первых, я вас всех поздравлял с новым наступающим годом. Рассказал в этой серии про планы на будущий год. И вот как-то, знаешь, по повторке говорить, ну, пока нет желания. Давай, наверное, может быть, не сегодня все-таки, а через недельку, наверное, ближе уже к Новому году. Возможно, я повторю речь. Возможно, также в «Черепашках-ниндзя». Потому что у меня почему-то очень хорошо получается именно в процессе игры. В голову приходят вот эти вот самые мысли лучшие. Естественно, поздравил всех с моих заядлых и постоянных подписчиков. В общем, было все очень много сказано. И вот самое обидное, что не записалось это. Жесть, как назло. Ну что, друзья мои, ну а мы продолжаем играть. У нас здесь код 19. Отправляем Оуэна. Здесь мы с тобой забираем награду. Сколько нам еще ждать? Кстати, можно открыть. Спасибо. Бакинские никогда не будут лишними. Там еще, кстати, один пак можно глянуть за рекламу. Но я пока не буду, я сделаю это за кадром. Так, мы выполнили. Через 6 минут у нас обновятся задания. Ну что, ребят, я думаю, наверное, пока закончу. И уже вернемся, когда у нас все это обновится. Верно? Да, я думаю, это будет самый оптимальный вариант. 6 минут, это не так уж и много ждать. Хотя, откатится это только ежедневки. Слушай, не только ежедневки. Мы с тобой, прикинь, мы успели вовремя с тобой пройти то событие, потому что все обновилось. Так, испытай свои силы. Дальше у нас будет это через 1 час почему-то только откроется. Что скрывается внизу. Да, через... это вообще через 1 день. Защити свою территорию. А дрожь земли тоже через 1 день. Давай, наверное, мы увидимся тогда не через 6 минут, а через 1 час. Почему? Ну, по крайней мере, у нас с тобой вот откроется вот это событие хотя бы. Так что, друзья мои, через часик увидимся. Ну вот, мы и снова в игре. Так, давай-ка мы с тобой заберем награду. Так, теперь нам нужно с тобой потратить деньги. Так, деньги потратили, еду собрали. Здесь у нас бесплатная. Ага. Велоцираптор мод 2, насколько я понимаю. Поместить. Слушай, у нас с едой огромные проблемы. Так, начать эволюцию. Пускай выводится потихонечку, да? Так, а мы здесь с тобой заберем еще награды. Использовать ускорение, открыть наборы карточек, собрать моды. Собрать моды за деньги. Хорош. Еду тратить у нас ее так, как ты видишь, осталось лям 300. Это, грубо говоря, практически ничего.
Так, выпадает нам кровожадность. Увеличивает урон на 15%. Дальше. Давай, давай, Чарли, быстрее. И будем смотреть, какие у нас события. Ну, там, по-моему, не очень много, да? Два доступных. Все, это мы задание выполнили. Забираем награду. Когда мы с собой уровень-то получим, а? 49-й, кто мне скажет? Кстати, да, вот здесь-то нам нужно забрать награды. ДНК 500. Маловато, если честно. Могли бы дать и побольше. Так, что мы тут? Ну, понятно, что это все собрать. Может быть, нам вывести... А как ты его выведешь? Его выводить нужно вначале соединить. А Раджастега, это получается стегозавр, насколько я помню, да? И... Как его звать-то там? Я уже забыл. Стоп, подожди-ка, не стегозавр, а как же он тогда у нас делается? Раджастега, секундочку. Тодзя, что у нас Тодзя? Понял, этот у нас есть. Так, где у нас этот? Раджазавр, или как его увеличать, я уже не помню. Это не то, это все не то. Гигантозавр, Дмитрия. Нет, все не то. Насутоцератопс. Гибрид. Ага, точно, мы хотели его выводить. Так, значит, нам нужно с тобой до 40 уровня прокачать. Трындец. Сколько у нас-то получается? Ну ладно, давай раз. И можно еще одного сделать. Так, я его потерял, блин. Где у нас? А, вот он. И еще одного. Ну, как ты понимаешь, этого мало. Двух, надо еще будет двух, как минимум. А янтаря у нас осталось практически мало. Ладно, ребята, сейчас главное идти на события и смотреть. Значит так, испытай свои силы, это ДНК. А вот что скрывается внизу, вот это мы с тобой, пожалуй, и проверим. Геликус, Хайнозавр и Артакантус. Угу. Против Геликуса у нас пойдет Плезиозавр. Против Хайнозавра пойдет... Блин, Архилон. И против Артакантуса у нас выдвинется... Ну, по идее, выдвинется Плезиозавр. Но на всякий случай мы прикроемся, да? Геликуприоном. Ну-ка, давай-ка так сделаем. Хоп. Слушай, а эти до сих пор еще не откатились. Я думал, что все. Но нет, не все. Ну что, давай посмотрим, сможем ли мы здесь с тобой справиться. Угу, Геликус, 145 к атаке. То есть, если он две атаки мне сделает, мой Геликуприон отдуплится. Поэтому сделаем вот так. Сейчас, наверное, бомбанет. Меняет. Берет Хайнозавра. Ну, тогда мы возьмем с тобой нашего Архилона. Так. Раз-два. Ну, что ты там будешь делать? Опять меняет. Артакантус. Блин, как быть-то? Ну, давай так сделаем. Мне просто интересно, что он будет сейчас делать. Ну давай, атакуй уже. Нет, все равно меняет, а? Так и будешь туда-сюда елозить. Ну что, Архилон, давай. Будем тогда его, наверное, уничтожать. Раз такая пляска пошла. Раз,
Так, у него 1600. Я думал, вот этого будет достаточно. Не, давай еще, наверное, так сделаем. И вот так. Окей. Хайнозавр готов. А вот здесь вот, скорее всего, нам крышка. Угу. Так, гелик, как тебя там звать-то? Геликоприон, ё-моё. Сможешь ли ты его забомбить? 100% не сможешь, да? Тогда делаем вот так. Ну что, будешь сливаться, парень, а? Или нет? Отлично! Ну, как сказать, отлично. Ничего отличного, на самом деле, но все-таки. Так, значит, у него одно очко действия осталось, насколько я помню, да? Так, вот сделаем. Раз. Два. Раз, два. Поехали. Ай-яй-яй-яй-яй, он ничего не стал выставлять, ребята. 135. Слушай, есть шанс его сейчас бомбануть? Не то, что есть, а нужно. Да, уделываем. Ну что же, Артакантус, мы победили. Первая битва за нами. Но нужно еще два поединка отстоять. Самое противное, что у нас очень мало с тобой водоплавающих, вот что. Так, стиксозавр, архилон и мегалодон. Вот она проблемка-то где. Видишь, нам нужен здесь с тобой, по идее, архилон. Или рамлеозавр. Да ладно. Ну, спасибо за такой подгон. Так, берем ромалиозавра. А здесь мы можем взять, в принципе, гигантский артакон. Или взять Зухудуса. Давай я возьму, наверное, Нет, даже не так сделаем. Блин, как тут лучше-то, а? Бананогномиуса я не хочу брать. Давай, наверное, вот все-таки так сделаем. И... Во, я думаю, это будет идеально. Кранозавр, он пойдет опять же у нас как пушное мясо. Для того, чтобы мы с тобой могли взять больше очков действий. Ну давай, стиксозавр. Атакует, понятно. Я не удивлен, друзья, нисколечко. Так, он всю атаку слил. Получается, что... Раз, два, три. Бомбим. Так-с, выходит у нас архилон. Ё-моё, 302 к атаке. Надо срочно менять. Ты гляди-ка, что это вытворяет, а? Ну-ка давай, иди сюда. Он опять же все слил, да, походу? Значит, мы с ним завязываем. Так, минус архилон. И выходит мегалодон. Ой, друзья, друзья, друзья. Ты посмотри, как все плохо. Вырубает он мне. А слушай, а что я переживаю? Мы же сейчас его все равно ушатаем. Да? Минус мегалодон, вот и все. По красоте. Так, друзья мои, ну что, вторая битва тоже у нас прошла, в принципе, неплохо. Двигаемся на последний поединок. Покажите-ка, кто у нас тут. Ух, ё-моё, Генодус. Кто это такой, вообще не знаю, ребят, Генодус какой-то. Я возьму Артакантуса. Так, против Генодуса он зайдет, зашибись. Также нам здесь наверняка понадобится... Подожди-ка, Ризот. Против Ризота у нас идет...
Сколько ты? 45. Блин, не хватает. Да что ж вы так дорого стоите-то, а? Блин. Ладно. Вот так вот сделаем. Поехали. Так, собрались. А, это черепаха, оказывается. Ну-ка, давай-ка ей врежем. Генодус — это черепаха. Будем знать. Че, он будет на Резода меняться, нет? Хм. Точно. А в чем прикол? Не знаю, друзья мои, в чем прикол. Я буду лично брать бонусные очки. Ну что ты, пучеглазый? Опа, он ничего не стал делать. А давай-ка мы, знаешь, что с тобой сделаем? Я, наверное, возьму банана Гномиуса. И вот так вот сделаю. Так, будет две атаки, наверное, сливать. Шесть! Шесть атак слил! Ну, извини тогда, Аризот. Пора тебе отдупляться. Хотя, как пора, ребята, у нас атака тоже по нему такая маленькая. Блин, 292. Ладно, поехали. Сделаем, наверное, вот так. Раз, два, раз, два. Минус Аризотик. Ну вот и Генодус появился. Так, защита у нас есть. Что он там придумал опять, а? Раз, два, три, четыре. Раз, два. Минус Генодус. И выходит Архилон. Ну, против Архилона у нас есть Артакантус, если что. Потому что мы с тобой еще взяли сюда два бонусных очка. Сколько он сольет? 6. Ну все, ему крышка. Подбил, не спорю. А теперь лови встречную. Давай, родной, бомби его. Вот так вот. Ну что, ребята, я очень рад, что мы с вами прошли это событие. Очень круто. Так, а что там за награды? А, гелик Каприон, по-моему. 1000 ДНК, спасибо. О, доллары. Да, гелик Каприон. И 325 очков доверий. Окей. Так, ну что, гелик Каприон, по-моему, у нас и так был. Для меня это как бы не новость. Что тут такое-то, а? Забираем. Использовали три ускорения. Дальше. Что у нас тут? Открыть. Открыть два набора карточек. Погоди-ка. А что значит открыть два набора карточек? Это каких именно-то? Что-то я не понял. Ну-ка, где у меня там ежедневки? Давай-ка посмотрим. Какие именно? Вот эти? Через 12 минут будет готово. Так, ну что, пока время есть, давай посмотрим, что у нас тут еще по событиям. Так, испытайте свои силы. Ну что, будем испытывать свои силы? А-а-а, на равных. То есть мы будем один на один. Ну что, поехали. Возьмем бонитозавра. Будем сейчас сами с собой драться. Ну, давай я, наверное, сделаю атаку. На тебе. А он две атаки, да, мне сделает? Ха. Ну что, добить сможем? Наверное, сможем. Или не сможем? Блин, я зря так сделал. Он же... А, нет, все нормально. Ну тогда, скорее всего, нам крышка.
атакуй, атакуй. Блин, он не стал атаковать, ребят. Ну что ты будешь делать? Ладно, я рискую. Серьезно? Чисто на шару прошел. Я думал, что у него там будет защита стоять, а он даже не подумал ее поставить. Молодец, красавчик. Сыграл, так сказать, на меня. Так, давай дальше туда играть. Что нам здесь взять? Ну, давай, например, Насута Цератопса возьмем. Посмотрим, кто кого. Кто проворнее, да? Берем бонус. Да, он ничего не стал делать. Окей. Допустим. Три атаки. Или три что? Нет. Он ничего не стал делать. Ну что, я, наверное, влуплю тогда ему по полной программе. Надеюсь, прокатит. Тут-то я его подловил. А он, наверное, захотел вот эти вот 4 балла в очки действий, а потом на следующем ходе меня прописать своей атакой. Ну, видишь, я опередил его. Так, замечательно. Идем с тобой на третий поединок. И здесь я возьму, наверное, стегозавра. Попробуем сыграть им. Ага, он ходит первым, да? Ну, давай посмотрим, что он предпримет. Упс. Что-то неожиданно как-то. Раз-два, раз-два. Блин, пять. Сейчас все сольет. Ребят, тогда буду сливать, скорее всего, я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, поспешил, ребята. Поспешил. Да, нам крышка. Ну, кто знал, а? Видишь, тогда не поставил защиту, здесь поставил. Ладно, фиг с ним. У нас еще есть динозавры, которые готовы отыграться. Ну, стегозавр, да. Подколол ты меня, конечно. Что бы нам тут взять? Давай возьму велосираптора. Попробуем сыграть за него. Так, тут нельзя пропустить. Сколько? Двух атак получается, да? Трех, трех. Три атаки пропускаешь, все, это трупешник. Ну, ему крышка, он сам подписался. Да, довольно быстро. Ну и последний поединок. Что у нас там светит? Давай быстрее. Так, по 50 ДНК мы с тобой получаем. И последний поединочек я возьму здесь. Давай, наверное, возьмем Афия Камима. Не знаю, почему я его взял, но... Опять же, если здесь пропускаешь две атаки, то считай ты трупец. Имей в виду. Не стал атаковать, а, жук? Ну давай, 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 атакуй меня. Ты посмотри, что творит, а? Раз-два, раз. Ну, бомбани ты, господи, а. Есть. Все, ребята, крышка ему. Ему крышечка, потому что мы с тобой сделаем ему 4 атаки. На. Великолепно. В общем, это событие мы с тобой прошли. И получаем сколько там? 1000. Или у нас рулетка? Рулетка, по-моему, будет. Там уже... Сколько выпадет, столько выпадет. Главное, не вылетай, игра. 150. Почему так мало? Всего лишь 150 ДНК.
Оуэн, сходи разберись там, что происходит вообще, я не понимаю, а? Что за суета? Так, а теперь смотрим, что нам нужно сделать по ежедневкам. Так, открыть набор карточек, ну там 12 минут надо ждать, сыграть в PvP и в канозойскую эру. Вот сейчас мы с тобой в канозойскую эру как раз и побежим. Видишь, у нас есть с тобой один эндрикотерий и второй у нас как раз выводится. Вот мы их с тобой потом соединим вместе. Раз, два, три. Погнали. Ну, я думаю, что здесь тоже мы легко с тобой победим. Хотя, опять же, в последнее время, да, нам... Ой, ёпарасоте. Индрикоцер. Два этих оленя. Или лося даже. И атака-то у него 505. Да, не особо меня сильно это выручает, если честно. А он сейчас возьмет, да, вот этого фараракаса. Нет. Ты гляди-ка, стал атаковать. Давай я так сделаю. Ну. Молодец. Вот этого я как раз-то и ждал. Так, 4, да, у нас? Сможем вырубить? По идее, должны. На-ка тебе. Сразу осел. Так, ну что, сколько он будет терять? Одну атаку, наверное, пропишет, да, скорее всего? Угу. Одну. Фигово, на самом-то деле, фигово. Ой, давай возьмем вот так, наверное, с тобой, да? И все. В очки действий отправим. Ему достаточно одной атаки. Ну давай-то там не рычи. Ходи уже. 4. Ну что, тогда ему крышка. Так, он одну очку действия оставил, да? При себе. Так, раз, два, три, 4. Этого достаточно. Плюс, раз, два, вот так вот. Иди отсюда. Так, и выходит фараракас. О, 126 к атаке. Тьфу. Милюзга. Это, ребята, милюзга для нас. Ну что, рискнем? Слушай, а вдруг он взял защиту, а? Давай, наверное, сделаем немножко по-другому. Раз, два. Вот так я сделаю. Хочу просто посмотреть. Хорошо, что я не стал его атаковать. Ну давай. Тогда все. Крышечка. Погнали. Ну вот и все, ребята. Мы здесь выиграли. Мы здесь выиграли. Так, мы, значит, получается, с тобой все ежедневные задания выполнили. Приз любителя. 75 ДНК в плюсе, окей. И еще разочек крутанем. Угу, 80 очков доверий. Шикарно. Так, ну здесь можно все закрывать. Здесь забираем. Ага, погоди секундочку. Нам еще одну минуту надо подождать. Ладно, подождем. А пока с тобой заберем вот эти вот награды. Ну что, друзья мои, подождем немножко времени и откроем пак. И, в принципе, завершим задание. Так, забираем пак. Еще 15 очков доверий. Ну и, по идее, все.
здесь забираем. И ежедневный наш пак тоже мы с тобой забираем. Опа, сколько ДНК? 35 долларов и хавчик. Ну что, ребята, вот как-то так у нас получается серия. Блин, 48 уровень. Как же мне хочется, а? Уже получить... Слушай, а мы же можем с тобой, знаешь что? Или не стоит тратить? Не, наверное, не стоит. Но я думаю, что в следующей серии, скорее всего, мы уже с тобой сможем... Так, нет, это нам выводить не надо. Наверное, сможем получить уже 49 уровень, скорее всего. Как ты считаешь? А сюда нет смысла драться идти. Ну, по крайней мере, вы мне так сказали. Поэтому... Ну, ты посмотри, какая красота, а, друзья мои. Правда, половина у меня здесь... Да как половина? Все есть, да? Кроме Лимноринга. Ага, нет. Также у меня нету Лабиринтозавра и Пахицератопса. И Карнораптора тоже нету, к сожалению. Ладно, все это будет у нас впереди. Рано или поздно мы все это получим. Ну, а на этом, друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!